Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала «Самара ГИС» новое кулинарное шоу «Болгарский перец». Название наше не случайно, ведь именно в этом году отмечается 50-летие улицы Старозагора в Самаре и 140-летие русско-болгарской дружбе. Ура! В гостях у меня сегодня истинные представители и знатоки нашей дружественной страны Болгарии Ольга и Елена Недялкова. Здравствуйте! Здравствуйте! Ольга, ну вы, насколько я знаю, русская женщина, а вот Елена, дочка ваша, она наполовину, вот ровно наполовину болгарка. Да, это плод русско-болгарской дружбы, который в этом году, который в этом году исполнится 20 лет уже. Но в жизни бывают всякие ситуации, к сожалению, ее папы уже нет в живых. Но Лена, русско-болгарская кровь, будет нести символ славянского братства еще долгие-долгие годы, надеюсь, на радость нам. Не могу, не упомянуть о том, что очень большой пласт и блок вообще культуры страны, это, конечно, продукты, еда, пища и блюда, которые употребляют в этой стране. Поэтому вы у нас сегодня выступаете как эксперты болгарской кухни. Попрошу рассказать, что мы сегодня готовим, потому что готовим мы два блюда, основное и десерт, так скажем, да? Вот, абсолютно болгарский. Вас, Ольга, научили свекрь со свекровью, да, насколько я знаю, этим блюдом. Рассказывайте, что это будет. Ну, во-первых, мне хотелось бы, Мариана, сказать, как бы на болгарском звучала ваша передача. Давайте представим, что мы в Болгарии, и тогда бы это звучало. Добре дошли на придавание чушка, потому что болгарский перец чушка. На болгарском означает чушка. Чушка, прекрасно. Да, мы тут такие чушки стоим и три чушки, да, и начинаем готовить пилешку ихни. Пилешка ихни, друзья, именно так произносится ударение в этом блюде, чтобы на всякий случай вы об этом знали и помнили. Пилешка ихния. Ихния вообще бывает самое разное. Она означает какое-то блюдо с соусом. Болгары обожают эти блюда, готовят интерпретации самые невероятные, можно увидеть. Но всегда подают, очень часто подают это с брынзой, потому что они это любят. То есть на отдельном блюдце стоит брынза. И очень любят отщипывать кусочек хлеба и потом в этот соус кто вилочкой, кто руками топит и кушает. А еще с лютеницей можно. Можно с лютеницей, да. Расскажите, какие у нас здесь есть ингредиенты, потому что, я так понимаю, все они нам понадобятся для этого прекрасного блюда. А пилешка ихния, пиля означает курица. Пиля – курица. Пиля – курица, да. Даже цыпленок, потому что кукошка – это курица, а пиля – это молодая курица, так скажем, цыпленок. Поэтому у нас сегодня курица, конечно же, овощи, помидоры, перец, картошка, морковка, зелень на потом. Наверное, давайте начнем готовить, а то уже руки чешутся. Да. С вашего позволения, я займусь, наверное, курицей, потому что у меня есть прекрасный острый нож, потому что, друзья, мы с вами находимся в кафе «Кембридж». «Кембридж кафе» – открытая кухня, острота ощущений. И здесь нам предоставляют все возможности для готовки. Итак, крупным кубиком. Да, крупными кубиками. Вы знаете, в это время, наверное, можем поставить кастрюльку. Я чуть-чуть налью масло, чтобы мы уже в подсолнечном горячем масле начали обжаривать курочку. По размеру такая кастрюлька подойдет? Отлично. Итак, я немножечко, пока мы режем курочку, пиле и овощи, подливаю подсолнечного масла. В это время я займусь тогда морковкой. Ольга, скажите, пожалуйста, насколько в вашей семье, я понимаю, что цена болгарской культуры и болгарской кухни в том числе, употребляете ли вы дома какие-то болгарские термины, какие-то слова, есть ли такое? Да, во-первых, я очень полюбила болгарскую кухню, я прожила там, потому что я там прожила все-таки достаточно длительный промежуток времени. Около 10 лет, да? Да, около 10 лет я прожила. Чем она особенная? Там я узнала такое количество приправ. Если в России я, петрушечка, укроп. Я теперь знаю, у меня был свекр, замечательный человек, он мне говорил: Оля, например, картошку любит укроп. Угу. Или он говорил: ни в коем случае не клади петрушку туда-то. То есть он говорил, что какое блюдо любит эту приправу, какое нет. Например, если вы готовите фасоль дома, то в нашей семье без перечной мяты фасоль кушать никто не будет, потому что они привыкли, что туда обязательно кладется
Перечная мята, это да. Права. Фасолевый суп. Я, это вообще любимый мой суп. Я не представляю, наверное, обеда без фасолевого супа. Раз в неделю точно у нас дома фасолевый суп с брынзой, с приправами. Чабер. Очень популярный чабрец. Очень популярные приправы в Болгарии. Так. У нас сейчас начнет уже закипать. Да. Поменьше сделать огонь? Чуть-чуть поменьше сделаем огонь. Вот так. Да. Я дорезаю курицу. Да, дорезайте, и мы сразу ее отправляем туда. Так, чабер, чабрец. На болгарском это звучит как чубрица, баница. Каждые выходные я пеку баницу, а на Рождество баница с сюрпризами. Туда заворачиваются всевозможные пожелания. И кому какой кусочек достанется, то у того и сбудется в следующем году. Бывали случаи, что сбывались такие? Да. Что сбылось, Лен? Год назад мне попало, ждет тебя скоро поездка на теплое море. Как что это? Я действительно полетела отдыхать на море. А вы сами, Ольга, придумываете пожелания? Да. Ну, вообще там обычно бывают автомобили, новая любовь, квартира. Но исходя из наших возможностей, возможностей нашей семьи, мы все-таки делаем реальные, пишем пожелания. Обмешиваем. Давайте я помешаю. Давайте. Так зашкварчала курица в этом масле. Посмотрите, какой сразу пошел дымок, порог, да, я бы сказала. И сразу, конечно, мясной запах такой птички замечательный. Продукты нам предоставляет магазин «Перекресток», который расположен на улице Зои Космодемьянской, 7А. Магазин «Перекресток» – это всегда только самые свежие продукты. Итак, чем мне еще заняться, Ольга? Вам чем? Ну, крупно можно картошечку порезать. Насколько крупно? Я вот так вот решила. Ну, давайте кругляшками, да, я думаю. Ну, вообще-то кубиками. Ну, я кругляшками, а потом кубиками. Хорошо. У меня... Хорошо. Свой заспачка. Свой, да, да. Вообще, насколько, да, я видела, как готовят болгары, все-таки не мельчат они. Угу. Это не как для зимнего салата. Кстати, в Болгарии зимний салат наш, оливье, называют русским. И хоть объясняй им, не объясняй, что это не русский, а вообще французский салат оливье, они все равно называют русский салат. Кстати, один из любимейших зимних салатов в Болгарии. Вообще, у нас похожа кухня, потому что вот кто как говорит, на самом деле, вот гости программы «Болгарский перец» говорят по-разному. Кто-то говорит, что похожа славянская кухня, кто-то говорит, что не похожа, потому что там все-таки вся страна расположена на море, а не только город Сочи. Ну, во-первых, конечно, обилие овощей, обилие приправ, вот, о которых я там узнала и услышала, и мясо. Отличается остротой, я считаю, потому что да, русская кухня, она не такая острая, а болгарская кухня, как уже сказали, более насыщенные вкусы, да. Ну и потом у них, конечно же, нет наших традиционных борщей и щей. К вареной капусте они относятся страшно скептически. Они очень редкие болгары понимают вообще, как вареную капусту можно кушать, да, употреблять. Но у них есть замечательные супы тоже. Один из моих любимых — шкембе чурба, очень питательный, и из рубца и молока. Молоко, рубец, чеснок. Рубец, это же говяжья какая-то. Говяжий желудок, да. Желудок говяжий. Я говорю, вот. Специфично. Но мне он очень нравится. Потом в Болгарии рыбу любят, брынзу, кисломолочные продукты, кисель-умляху, который вот белый йогурт, тоже постоянно у настоящего болгарина находится дома. Они и сами подквашивают, и также продается просто в невероятных количествах различных марок. Говорят, его нельзя привезти, это вот кисломляка, нельзя привезти из Болгарии в Россию, потому что пропадает очень небольшой срок годности. Очень небольшой срок годности, но если все-таки лететь на самолете и провести, то можно здесь вот это, именно вот эту подкваску, закваску, как они называют, уже в домашних условиях сохранять, она будет жить, если постоянно готовить дома самостоятельно, подквашивать кислое молоко. В этом ничего сложного нет, главное, вот, чтобы была эта подквасочка. Ольга, курица у нас прихватилась, насколько да, я вижу, пора овощи отправлять? Да, теперь мы отправляем овощи. Да-да-да. Картошку нет. Картошку рано? Картошку рано. Мы сначала отправляем все, кроме картошки. То есть у нас перец, морковка, лук. Сейчас еще помидорки нужно будет почистить и тоже отправить туда. Пока отправляете
овощи к курице, хочу тоже вот спросить у Лены. Да. Лена, насколько для тебя, как для носительницы болгарской крови, вот как ты думаешь, в Самаре достаточно ли мы поддерживаем эти отношения? Вот твой, в частности, проект. Одна ты такая у нас в городе, кто популяризирует, так скажем, эту русско-болгарскую тему? Или у тебя есть соратники в твоем труде? В связи с тем, что действительно 50 лет Старозагорье в этом году, действительно, да, мы стали как бы поддерживать вот это вот братство, но, мне кажется, слишком поздно спохватились, почему раньше этого не было, почему раньше не занимались отношениями болгарами. Ухудшались отношения, на самом деле ухудшались. В связи с событием, да, как-то люди, ну, стали активнее обращать на это внимание и популяризировать, а до этого, мне кажется, очень слабенько. Я прошу прощения, что Лену перебью. На самом деле, к вам на передачу и приходят люди, которые все-таки общаются с болгарами, которые идут легко на контакт, которые желают идти на контакт. Да, к сожалению, в Болгарии есть люди, которые не смотрят в сторону России уже давно. И если мы приедем туда, да, на пляжах вам будут очень доброжелательно улыбаться, конечно, потому что мы везем туда свои деньги. Но вы если вы приедете в провинцию, как бы ни говорили, что русского поймут в Болгарии любой человек, будут люди, которые от вас отвернутся. От этого уже никуда не уйти, и я думаю, что вот чем занимается Лена, я знаю, что сейчас ребята приезжали из болгарских школ на славянские чтения. Это, Лена принимала, это великое дело, совершенно великое дело делают люди, потому что ну, нельзя славянам жить раздельно. Ну и пользуясь случаем, тогда я обязательно выложу эту передачу в YouTube. Можно я болгарским друзьям передам привет? Конечно. Вот есть у нас камера, в которую... Какую лучше? Вот в эту камеру. Можно передать привет своим болгарским друзьям. Иоанна, Чичу, Мишу, Леле, Данчо, Михаэла, Сашу, Сашка, Петя, Тетка Мими, Румен, Цветан, Ралица, Божидар, многими убичим, Доренце, Богиня, я ты убичу. Многими убичими, скоро ж ты дойдеме в Болгария, чакайте не. Лен, расскажи, пожалуйста, про вот славянские чтения, которые прошли буквально недавно, какой ты принимала участие, потому что я знаю, что было большое мероприятие, приезжали как раз из Старозагоры, приезжали друзья. Из Болгарии, из Белоруссии приезжали, да. Это потрясающий праздник, на самом деле я счастлива, что приняла участие в нем. Для меня это большая честь. Я пообщалась с болгарскими школьницами, я пообщалась с белорусскими школьницами. Очень открытые девочки, мальчики, в основном девчонки приезжали. Вообще я выступала на открытии, выступала на секции славянских чтений, правда, учителей, потому что у меня проект достаточно серьезный, это моя гордость, я считаю, и я рассказала о нем учителям, меня поддержали, сказали, что да, у нас будет помощь с нашей стороны, потому что пока что я осуществляю проект сама при помощи моей семьи, собственно, да, поддержки семьи. И выступала также на закрытии, да, выступала собственными авторскими стихами, рассказывала прозы. Вообще классно, в конце танцевали хоро, все вместе танец их, вот национальный. Нет, я правда под впечатлением, и считаю, что такие мероприятия нужно как можно чаще проводить. Ольга, что у нас здесь происходит? Давайте вернемся немножечко. У нас здесь обжарилась курица, а теперь вместе с курочкой немножко тушатся овощи. Как только они чуть-чуть тоже прихватятся, мы добавим бульон, либо кипящую воду, и картофель. Почему картофель в последнюю очередь отправляется? Он уже дольше делается, чем там помидоры и перец. Видимо, для того, чтобы соус образовался от овощей во время тушения, я предполагаю так. Так готовил мой свекр, я не могу ответить на этот вопрос. Кто больше готовил, свекр ваш или свекровь? Дело в том, что последние годы у меня свекровь болела после инсульта, и все обязанности по кухне, конечно, взял на себя свекр. Мы жили отдельно, но традиционно каждое воскресенье наша семья приходила к ним в гости. Мы собирались за большим столом и обязательно что-нибудь вкусненькое кушали. Вот, но... Перед тем, как мы кушали, мы выпивали по чуть-чуть ракии. Культура питья в Болгарии совершенно отличается от культуры питья в России. Если у нас принято залпом выпивать рюмочку, то там с рюмочкой можно просидеть и час, и два, потому что делается минимальный глоточек, и рюмочка ставится обратно на место. Вот. Поэтому, да, болгары выпивают, но немножечко по-другому, не как на праздниках в России.
Итак, Ольга, вот кипяточек добавляем. Давайте немножечко добавим. Ну, чтобы было достаточное количество соуса. Я думаю, предостаточно. Потому что, когда мы будем запекать, испарится еще немного. Так, с большим удовольствием добавляю сюда немного еще томатной пасты. Томатная паста, насколько важный ингредиент? Можно ли его заменить кетчупом? Можно заменить кетчупом, это даже будет пикантнее. Можно заменить томатным соком, тогда бульона можно не добавлять. Угу. Ну, мы сделали томатную если пасту. Если бы мы были в Болгарии, мы бы добавили лютеницу. Ну да, лютеница – это томатная паста, где очень много болгарского сладкого перца. То есть, если честно, она немножко напоминает аджику. Чуть-чуть напоминает аджику, но да, и есть. Лаврушку. Я могу добавить тоже? Нет, ты будешь добавлять готовые блюда. Лаврушка, зелень. Ну, получается... Нам даже дали чабер. Великолепно. Давайте немножечко великолепно туда. Пахнет. Или мне это сделать? Давайте. Его нужно резать или его нужно нарвать на большие листочки? Нет, я его порежу. Прямо так вот, да, нарезать? Да. Пока Ольга режет чабер, напомню нашим телезрителям, что мы находимся в кафе «Кембридж». «Кембридж кафе» – открытая кухня, острота ощущений. Итак, чабер порезан. Чабер – это истинно болгарская приправа, да? Или это, называется это чубрица, но я думаю, что повара, кто более там, ну, в теме, да, они, конечно же, знают эту приправу. Она очень специфичная и очень вызывает аппетит, когда готовится блюдо. Но запах на самом деле потрясающий, друзья. Ой, аромат просто шикарный. Кипит, шипит и булькает. А кто-нибудь посолил? И кто не посолил? Давайте посолим. Пахнет очень здорово. Вот что значит, когда готовишь из хороших продуктов. И хорошие качественные продукты предоставляет нам магазин «Перекресток», который расположен на улице Зои Космодемьянской, 7А. «Перекресток» – это всегда только самые свежие продукты. Итак, сколько нам нужно еще времени перед тем, мы как можем, отправить в духовку? Мы можем продолжить на медленном огне томить здесь, а можем перелить в какую-нибудь противень с высокими краями и поставить это в духовку. А в духовке это сколько по времени? Ну, я думаю, как картошечка станет готова, ну, минут 20 еще максимум. Посолили, поперчили, добавили бульон или кипяток. Превратилось у нас это в такое необычное жаркое. Отправляем это в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. В любой культуре, конечно, десерты – это особая такая стезя, и люди, которые готовят десерты, могут побаловать друзей и близких чем-нибудь таким вот вкусненьким, особенным, к чаю, к кофе. Это, конечно, люди гении, на мой взгляд. Поэтому я десерты не очень умею готовить, поэтому буду очень рада, если вы меня сейчас научите. Как называется этот десерт? Я понимаю, что это пончик, да, если по-русски? Этот пончик, который называется «Бухта». То ли потому, что он бухтит, когда жарится в подсолнечном масле, то ли еще по какому-то. Ну, вот он так замечательно называется. Палочка-выручалочка на все времена. И у болгар, я думаю, что и у наших телезрителей будет, потому что готовится из продуктов, которые есть под рукой в холодильнике. Это кефир, либо белый йогурт. Ну, можно использовать кефир совершенно спокойно. Яичко, можно одно всего. Мука и сода, и чуть-чуть соли. И буквально за считанные минуты вы можете накормить огромную компанию друзей, которые приварил к вам на чай. Рассказывайте, что, чего, сколько нужно положить, и параллельно делаем, потому что, вот честно говоря, уже пончиков очень хочется. Разбиваю и кефир, либо белый йогурт. Вы все делаете на глаз, я правильно понимаю? Да. Вот он, что такое, друзья, глаз хозяйки, глаз женщины, которая знает, что делать на кухне и каким образом. Немного соды. На кончике ножа, да? Да, немного соды. Немного соли. На глаз? Немного муки. Должна получиться консистенция, которая похоже на растаявшее мороженое, так говорил мой свекр. Ну, как кляр, по сути, это, ну, да, консистенция, да, чтобы более понятно было. Да. Ну, я думаю, достаточно. Потом мы вызываем специально обученного человека. Елена вступает в бой. И она начинает... Венчик оружия. Да, приглашайте. Пончики – это бухта или бухти? Бухти, потому что их много. Мы же не будем делать один пончик.
Да, я думаю, что мы сделаем побольше, чтобы наша съемочная группа тоже смогла попробовать, потому что ребята тут уже какую программу стоят и все эти запахи, да, очень, очень на них действуют. Итак, можно приступать? Мы ждем, чтобы масло разогрелось, и будем приступать. Зашипело масло, я отойду подальше. Вы могли бы уменьшить? Да, на 1000 грей. Уменьшить, да, конечно. Теперь берем и вот так вот. Обратите внимание, как они сейчас будут крутиться и бухтеть. Просто вот так вот, да, ложечкой. Да, берем вот так вот и кидаем. Смотрите, из такого небольшого достаточно количества муки, йогурта, да, и одного яйца получится, наверное, большая достаточно порция, да, вот таких пончиков, да. Бухти. Да. 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 Относительно. Каждые выходные вас домочадцы, Ольга, заставляют такие делать. Лена, или ты сама тоже уже такие умеешь? А дело в том, что нас никто не заставляет никого ничего делать, это как-то по чистой воле, по собственной инициативе. У меня мама очень рано встает в выходные, очень рано, все время что-то придумывает, готовит. Я, а да, в свободное время я тоже стараюсь готовить, и это не только какие-то сладкие, да, десерты, но и супы, и вторые блюда, да. Пока наши пончики доделываются, напомню, что блюда, которые мы будем готовить в программе «Болгарский перец», выбирают именно телезрители. Заходите на нашу страницу ВКонтакте, участвуйте в голосовании и делайте свой выбор. Мы обязательно приготовим это в эфире программу «Болгарский перец». Итак, у нас остается буквально 2 секунды, да, до полной готовности. Последняя порция пончиков вот как раз на тарелочку у нас поместится. И мы это посыпем сахарной пудрой, после чего достанем наше основное блюдо. И весь наш комплексный болгарский обед будет готов. Ждем буквально 3 минуты. Друзья, на наше счастье, да, готовы наши пончики. Мы их можем посыпать вот так вот аккуратно сахарной пудрой. Не жалейте, не жалейте. Не жалею. Сахарной пудры много не бывает, да? Ой, как красиво получилось. Смотрите, из буквально вот ерундовых ингредиентов, да, получается такое красивое, даже праздничное, я бы сказала, десертное блюдо. Ну, я думаю, будет вот так достаточно, да? Здорово. Итак, и готова, конечно, наша, еще раз, как это называется? Пилишка яхния. Пилишка яхния, друзья, готова. С вашего позволения посыплю ее щедро. Сверху, да. Зеленью? Да. Вот так вот здорово у нас получается. И я думаю, чтобы наши телезрители увидели, как это все потрясающе выглядит, мы одну порцию вот так положим на тарелку. Ну, соуса нужно еще. Ложечку дадите, я соусом полью. Да. Вообще это кушается в глубоких тарелках, ихняя пилишка. Это как полусуп такой, да, получается? Да, да, да. Манжа. Манжа. Почему манжа? Пока вот я наливаю, расскажите нашим телезрителям, что такое манжа и почему так называются практически все мясные блюда в Болгарии? Мясные с соусом. Я думаю, что это турецкое слово. Пришло после турецкого ига. И все блюда, в которых много соуса, называются манжа. Итак, друзья мои. Манжа или пилишка яхния получилась у нас сегодня в качестве основного блюда. Участвуйте в конкурсе, сделайте точно такое же блюдо, как у нас, и выложите в Инстаграм с хэштегом «Болгарский перец». Мы выберем самую оригинальную красивую фотографию, и вы получите от нас приз. Итак, я думаю, что можно попробовать? Пробуйте. А вы? И мы? Елена, прекрасная. Горячо? Великолепно. На мой взгляд, все получилось. Готовьте вкусно, готовьте полезно, готовьте вместе с нами блюдо болгарской кухни. А я с вами прощаюсь. До встречи. Пока-пока.
Мы благодарим за сотрудничество ресторанный холдинг «Милимон Фэмили» и «Кембридж Кафе». «Кембридж» – английское кафе с по-настоящему открытой кухней, аутентичным интерьером и поистине вкусными блюдами. Здесь можно попробовать блюда, созданные по рецептам Джеймса Оливера и Гордона Рамзи. «Кембридж Кафе» – открытая кухня, острота ощущений. Партнер программы «Магазин Перекресток» на улице Зои Космодемьянской, 7А. Супермаркет нового формата и технологий торговли. «Перекресток» – это всегда свежие продукты, высокое качество, богатый ассортимент, собственное производство, невысокие цены и удобная парковка для автомобилей. Магазин работает круглосуточно.